22 июня, 75 лет назад, в 4 часа утра началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн, когда-либо прошедших на нашей планете. Великая Отечественная война. Фашистская Германия напала на Советский Союз. В одночасье разрушились надежды миллионов семей, были поломаны судьбы целых поколений. Память о тех грозных годах, как неутихающая скорбь, навсегда останется в наших сердцах. Отдать дань уважения землякам, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, к мемориальному комплексу пришли люди всех возрастов и профессий. К подножию мемориала были возложены гвоздики и розы. В день памяти и скорби ежегодно по всей стране проводится акция в честь павших на полях сражений советских людей. Накануне вечером у Вечного огня Сергиево-Посадцы зажгли свечи в память о погибших.